Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать. Всем доброе утро. Сегодня вот такой вот обычный аутфит, футболка Dolce & Gabbana, джинсы со стразами, ремень кожаный натуральный. У нас холодно, так это поближе. Такая футболка сверху кружево, в общем-то. А макияж вот такой вот яркий, в зеленой гамме. Парфюм. Парфюм сегодня вот такой от компании S Parfum. Это аналог аромата молекула двойка номер М14. Сайт так и называется S Parfum. Ну, это они мне на обзор присылали, в общем-то, этот парфюм. Но держится, что хочу сказать, очень-очень долго. У нас холодно. Едем с детьми на мероприятие. Одену сверху куртку теплую и возьму вот такую вот, сумку. Натурально кожаную, привозила ее за границу, завода Канс. Показывала я вам уже, да? Может, кто не видел, ручная работа, все остальное. Вы мне просите побольше снимать аутфитов, но как бы сегодня вот такой вот обычный аутфит. Одену лаковые ботиночки. Здесь, кстати, все джинсы в этих, в стразах, вот. В общем, такое обычное. Поедем мы в Лукоморье, кто из моего города знает. У нас два пригласительных, что там, не знаю, Дню знаний, наверное, это мероприятие как бы, в общем-то, посвящено. Настюх притащил тут этот ящик пластиковый из Икеи. Не знаю, он ей никуда не лезет. Они, кстати, причем при всем два ящика. Раньше в той квартире у нас были они под кроватью двухъярусной. Ну, в общем, она как бы никуда, мы его так и не приспособили. Не знаю, или, в общем, его надо маме туда. Но последняя идея у меня, если под кровать ко мне не подойдет, то, в общем, точно избавляюсь от него. А вот. Так что, да. Что, мы уже на празднике? Ребятишкам дали по соку по такому. Илюха мне водрузил его, говорит, мам, держи. Говорит, он мне мешается. Народ собирается плавно.
шарик остался. Ну, с ума сойти. Столько конкурсов. Ребятишки везде участвуют. У меня уже целая сумка всяких. Не поверьте, вон. Шоколадок. Видно вам, да? Всяких. Всяких всячин. Я даже там маркер выиграть успела, пока надо было кольцо на бутылочку одеть. В общем, теперь обожратушки будут. Вафель, Орео, шоколадок и всего остального. В общем, еще конкурсы продолжаются, опять что-то там, какая-то будет это скакалочка конкурс. А дети уже моим, по крайней мере, надоело в этом участвовать, они вон уже это на машинках на этих. Настюха накаталась уже. Вам интересно, что в моей сумке? А сегодня в моей сумке столько всего вкусного. Так, ну это я выиграла. Буду канцелярить. Так, это что тут сегодня давали? Печеньки. Хрустящее печенье Гримальди, карамелька. Класс. Дальше. Орео раз. Два. Орео два. Такие Орео. Подождите. Ох ты, еще Альпенгольд шоколад Орео две. Гематогенки. Что там? Я так быстро не могу. Подожди. А? Так, гематоген русский. Детский. Так, и. Чупа-чупсы. Опа. Так, и еще вот такая вот стиралка. А мама выиграла маркер розовенький, тоже на хорошо бутылочку. Хорошо рыбачила. А, хорошо рыбачила, на бутылочку одевала. Колечко. Колечко, и я маркер за это же получила. Ну, в общем, вот такой. Было трудно, потому сегодня, что ветер. Сегодня, представляете, у детей улов. Праздник живота, я бы сказала. В общем, это все теперь в моей сумке, представляете? Вот, думаю, сбежать может и все это съесть самой. Ну что, с одного мероприятия, как говорится, на другое. Мы около центрального стадиона, опять же, потому что это самое любимое место детей, где можно покататься на роликах и на пенниборде Илюха катается. Вот, погода разгулялась, вроде как прекрасно стало, тепло. Ну что, опять будем съезжать, как на горных лыжах, как в тот раз, Настя? Да мальчик скатился прямо. Мальчик скатился прямо, да. Я тоже так могу. Не надо, могу. Я вам уже рассказывала, как она на горных лыжах катается. Я, говорит, так могу. Давай, змейкой. О, уже без рук. Смотрите, уже... Получается, уже хорошо. В прошлый раз мы тут с вами были, я вам рассказывала, да, что она катается на горных лыжах с горы по прямой. Поэтому на большую гору я вообще не знаю, как она там будет кататься. Ну, я, конечно, с большой горы с Максимом катаемся. Илюха слушается, катается все так, как надо, змейкой спускается, все вообще как бы замечательно. А Настюха вот... И также я вам рассказывала, что этой зимой мы не ездили на горнолыжку. Ну, во-первых, было много дел, потому что что-то сначала мы приехали с отпуска, потом мы, как бы, я же вам не сразу сказала, что мы там купили квартиру, было много заморочек. Потом начали уже собирать вещи, переезжать, переехали, и, в общем, все не до этого было. Ну, и еще... Я не люблю дорогу, я вам говорила, на эту горнолыжку до Банного зимой, потому что мы как-то вылетели с трассы.
пошли на обгон, в лоб машина, а который сбоку нас кого обгоняли, он не пропускал. Тут есть такие, знаете, я обычно не произношу плохие слова и не буду их произносить, потому что мой канал смотрят и дети, но понимаете, кто это там, кто нас не пропускал. Вот. Так что гуляем, ветер раздувает, что пью же эти витамины, как они, пантовигар для роста волос. Посмотрите, появились какие-то мелкие волосы, которые поднимаются, раздуваются. И черт что на голове, я так думаю. Вот Илья тут уже проехал. Завтра с Илюхой идем наконец-то постригаться. Записалась еле к парикмахеру, девочки, еле его записала к парикмахеру, и мальчики, вот, запись просто вообще битком у него, на сегодня предлагал, но так как мы сегодня, у нас были эти пригласительные на это мероприятие, конечно, нет, потом уже на 31-го, говорю, мне 31-го как бы не интересует, потому что у нас 30-го встреча в школе, нужно это все сделать до 30-го. Я уж там про себя, там Настя хотела вроде тоже постригаться. Я даже вообще молчу. Илюху бы постричь с такой занятостью нашего парикмахера Наиля. Вот. Спасибо, что в этот день провели вместе с нами. Мы вас обнимаем очень крепко, целуем и всем вам пока-пока! Еще так грустно.